На этой неделе начал работу мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Саган-Марин». Прививки населению ставят медики 6-й поликлиники. Двухкомпонентная вакцина называется «Гамковид-ВАК» на данный момент. Вакцинация по населению будет продолжаться до тех пор, пока не достигнется хорошая иммунная прослойка среди населения. Кто в основном идет на прививки? Приходят все. Мы никому не отказываем, любого возраста, с любого района России, Бурятии, мы никому не отказываем, вакцинируем всех. Никому отказа нет, если нет каких-то противопоказаний со стороны здоровья. В очереди на укол вакцины люди разной возрастной категории. От кого-то это требует работодатель, но большинство все же заботятся о своем здоровье по собственной инициативе. Ставили «Спутник Лайт», он же действует год, и я только через год вот. В прошлом году только ставил, и все. И сейчас мне надо поставить. Как переносите? Ну, отлично. Вообще даже не почувствовал. Даже не понял, как я заболел. И типа у меня потом сказали, что я болею. Болел. То есть легко перенесли, да? Да, все легко перенес, даже не заметил. Я прививалась первый раз в 2021 году, в середине года. Ну, где-то в мае-июнь так примерно. А зимой я где-то в ноябре переболела и очень легко переболела. Вот, сейчас решила заново привиться. Вот так. Переболели, думаете, легко благодаря вакцине? Да, да. Противопоказания имеются лишь для некоторых категорий населения. Подождать с прививкой лучше в период обострения хронических заболеваний, а также беременным или кормящим женщинам. Остальным перед осенью медики настоятельно рекомендуют укрепить свой иммунитет вакциной. Не боль? Да нет. Хорошо, все. Спасибо. Не забывайте о сроках ревакцинации. Проходить ее стоит каждые полгода. Режим работы мобильного пункта с 10 часов утра до 15:00 с перерывом на обед с полудня до 12:30. Юлия Пермякова, Алексей Ромашов. Новости дня.